Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Турция попросила НАТО об оказании дополнительной помощи в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой об оказании дополнительной помощи в Сирии. Информацию передает РИА Новости. Турецкий лидер придерживается мнения, что обстановка на территории Арабской Республики несет угрозу для всех государств Европы. Эрдоган сообщил, что Турция является единственной страной альянса, которая противостояла на поле запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и понесла при этом многочисленные потери. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил готовность военно-политического блока оказать поддержку Анкаре в Сирии различными способами. В частности, генеральный секретарь упомянул защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию от угроз из Сирии. При этом Столтенберг отметил снижение напряженности на территории Идлиба. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.